Всем доброго утра, всем белых. Сегодня мы приехали охотиться за кабанами, за грибами. Вот, значит, сегодня у нас будет грибной день. Вот, будем находить грибы. Короче, будет видно, как что за грибами. Вон, грибник пошел один уже. Ты сливаешь сам хом. Все, вот у нас. Вы будете корзиночку в машину что-то убирать? Так, я как обычно в сапогах. Нет, я нож не брал, я же говорю, если ножа нет, то выкручивай грибы. Вот здесь точку поставить. Так, значит, лес тут красивый. Здесь мы уже не в первый раз. Два года назад мы здесь набрали кучу-кучу белых грибов. И надо их искать там, вон там, вон, вдоль дороги. Здесь грибов нету. И правило номер один, когда идешь за грибами. Грибы есть там, где они есть, а где их нету, там их нет. А, да, кстати, у меня есть второй канал, ленивый походник называется. Там есть, я хожу в походы, вот, и там тоже есть тема про грибы. Что за гриб называется? Да, что за гриб? Так, вон стоит леший с желтым ведерком, что-то там орет. Что-то через полтора часа у машины. Да, хорошо. И вот уже один нашел. Что за гриб? Это фигня какая-то. Поганки всякие растут. Тут вот ходим, бродим, переступаем. Оп. О, какая тут поганка зеленая. Так, ну все, если буду находить грибы какие-нибудь, буду показывать. Или что-нибудь, если будет интересно. Какое дерево. Все дятлом раздолблено. Оно висит. Опираясь на другое дерево. Так, а у меня пока в корзинке пусто. Хожу 5 минут. И пока ничего нету. Так, значит, пришел на одно место, как помню, здесь росли лисички, и они здесь растут. Вот это. Такие вот маленькие-маленькие, и вот здесь вон там чуть-чуть лисичка. Вот, вот тут тоже. Вон там. По краю. По краю. Какой я. Классно. Здесь сколько лисичек? Вот, уже чуть-чуть набрали. А потому что они здесь растут. Вот, смотри. Вот они, вот идут. Вот они, вот, да здесь вон их полно. Собирай. Вот какие большие лисички здесь. Срывай, давай, что ты жадничаешь-то? Нельзя жадничать. Грибов всем хватит. Ну вот здесь поднимайся, они здесь есть. Все, а я пошел дальше смотреть. А девчонки пусть лисички собирают. Пишите в комментариях, что за ягода растет. Такая вот. Ее здесь нормально. Вон. О, какие два огромных зонтика растут. Они вроде как съедобные. Вот сапог, такие два, но я их брать не буду, как бы мы эти грибы не пробовали. Короче, я их брать не буду. А тут вот место, конечно, облазить, перелазить. Вот у меня, значит, небольшая кучка лисичек уже по дороге насобирал. Вот, а иду я вон туда, вон, в лес. Думал то, что это просто какая-то кусок дерева лежит, а нет. Это вот грибы растут вот такой вот кучкой. Прикольно. Вот, а ну я хожу, у меня по-прежнему кучка лисичек. И пока больше ничего.
нету. Ну ладно, не унываем. Мы сегодня практически на целый день. Там где-то вдалеке стреляют. Вот. А мы дальше ходим, бродим. Будут какие-нибудь следы, буду показывать. Вообще все буду показывать, что будет интересно. А так вот. Такой вот бурелом. Вот там местечко, а я вот сейчас иду вон туда. Дневка там. Можно там переночевать в этой дыре. Так что вот такие вот дела. Ну мы знаем, где место с белыми. Мы пока сюда просто на часочек зашли. Посмотреть, как здесь обстановка. Ну, обстановка, в принципе, по кайфу. Лисички есть. Я знал, что на этом месте есть лисички. Там в основном все. Это жене показал место, вон они там сейчас шуршат. Во какая красота в лесу. Такая полянка классная. Солнышко так переливается. Вообще красотища. И вон там он огроменный, огроменный муравейник. Сейчас я до него проберусь. Лесные муравьи. Здорово. О, какой. Сейчас они уже закупорились. Или это старый муравей, ни одного муравья нету. Мухомор тут маленький растет. Может они уж, хотя, блин, что-то рано для спячки. Кто знает, пишите в комментариях, когда муравьи уходят в спячку. Заползают муравейник на зиму. Так, первый подберезовец на пути. Ну, он, мне кажется, жухлый, я его брать не буду, да. Брать я его не буду, надо что-нибудь посвежее найти. Ну, хотя бы уже... О, тут прорал. Хотя, что-нибудь... Уже какие-то грибы пошли нормальные. Тут еще один подберезовик. Тоже брать его не буду. Слабоват он уже, жухлый. Так, вот еще. Вон, видел подберезовик вот, до хрена. Они все в любом случае червивые. Хватывать их как-то не особо хочется. Возьми с этим подберезовиками много. Вот один, второй, там еще сзади два было. Надо выходить куда-нибудь на точку, где есть белые. Так, значит, переехали мы на другое место, где было 2 года назад очень-очень много-много-много белых грибов. Вас перевезли на другое место, а не вы переехали. Хорош, а? Переехали они. Так, девчонки туда пошли. А ты туда иди. А ты туда иди. А я без тебя знаю, куда мне идти. Вот и иди. Нет, какой огромный выворотень. Вот, Руслан. Так, и тут у нас хрень какая-то. Вот так вот идем. Такие вот. По таким местам. Такие вот грибы поедены зайцем. О. Заяц постругал, даже вон видно зубы. Зубы. Знаешь, гриб съедобный, но такие мы не берем. Идем за белыми. За белыми грибами. Так, а они дальше вон там. И вот он, вот он, вот он, первый белый. Он какой. Ой, блядь, нога у него. Он весь жухлый. На. Он весь червивый. Я. Такого брать не буду. Так, Руслан, казалось снимать с второго ракурса, это очень плохо. Так бы было бы прикольно. Ну да ладно. Будете наблюдать пока только меня. Классный, охрененный подберезовик. Прям четкий. Такого я возьму. Говнище лосиное. Причем такое свеженькое.
Уже заколебали вот эти вот хрени летающие, блин. Лосиные вошки, блин. Просто бесит. Иди давай отсюда. Он побежала. Тропа лосиная проходит. Прям идет вот сюда вот. И вот там дальше. Мы, значит, ходим. И что тут вообще тухленько. Очень как-то нет ничего. Плантация каких-то грибов. Где здесь? Вот тут, вот тут вот. Вон там вон. Вот тут вот. Но это не белые. Вот тут они же. Вот тут они же. Ладно, если белый найду, покажу обязательно. Вот, значит, огроменный белый. Вот моя рука. Тоже вот зайцем, что ли, поеденный. Растет из-под бревна. Блин, он ножка хорошая, в принципе, можно. Знаешь, такой белый. И ногу тоже вытащить надо. О, какая там у меня нога. Отлично. Ее почистить, порезать будет суперски. Так, и вон там еще какой-то подберезовичек небольшой. Такой нормальный или нет? Да не, не нормальный. Такой уже брать не буду. Грибы редко, но попадаются. И вон какой гриб. Офигительный. И вот еще один. И вот еще какой. Вообще просто гриб. Это прям отличные подберезовики. А, нет, это подосиновики. Огроменные. Я таких еще никогда не видел. Вот это один. Вот. Вот такой он. Огромный. Вот, и вот еще один здесь спрятался под корой. Его тоже забираем. О, какая нога у него офигенная. Вот это вот, да, это то самое место. Один белый, конечно, шел, и вот два таких огроменных подосиновые классных. Или это подберезовики. Ладно. Вон еще один вижу, офигеть. Прям просто не отходя от кассы. Они все плотные, красивые. Вот еще один такой же. Ух, красота. Такие грибы мне нравятся, они ровненькие. Я перфекционист по грибам, мне кажется. Вот так вот, будем дальше собирать. Тихая охота на грибы. Первое правило работает. Там, где нет грибов, мы их не собрали. А там, где есть грибы, вот мы их собираем. Ну что за красота? Растет прям под ногами. Это подосиновики все. Причем очень хорошие. И очень огромные. Ох. Они вообще чутенькие. Так, где еще есть? Вот еще какие грибочки. И растут прям вообще около дороги. Даже далеко ходить никуда не надо. Вон там дорога проходит, которую мы принесли. Там же где заросли. Я вот постараюсь вдоль дороги так пройти и попробовать за эти кусты залезть. Вот тут еще на толстые-толстые ножки. Замечательно. А у меня уже вот корзиночка. Вот такая вот. Наполняется по чуть всякими разными. Ну как разными. О, какой. Но это белый. Наверное. Они здесь есть крепкие ножки. Вообще ништяк.
свежайшее лосиное дерьмо. Ой, тут люди охотятся на кого-то. Стрельба периодически слышно. У нас вот такой вот лес, вот такие вот дела. Чё-то в этом году прям, ну, может, грибы перебрались, но походил в другое место. Чё-то как грибов здесь не особо. Ну, ходим, ищем, время еще полно. Место для выживания. А мне пофиг, я грибы хорошо собираю. Перешел я, значит, на другую сторону дороги. Вот, сразу же, сходу. Два вот таких вот. Вот, и вот еще две липы вот в белых. А, не, не белых, не белых. Так, значит, для грибов сейчас суховато. Каждый там по чуть-чуть набрал что-то. Вот. И в итоге мы вот так вот едем и смотрим грибы. Да, грибы есть, грибов нет. Так. Значит, увидели с машины один гриб. Угу, он самый. Вот такой вот подосиновик. Я говорил, сразу увидишь. Так я увидел, когда сюда ехали. Ну, потому что я тебе наводку дал, вот ты увидел. Переехали, значит, в другое место. Что-то вообще сухо. По грибам вообще никак. И вот. Очень интересная тема. Какая-то типа плесень желтая. Прикольно. А у меня в корзинке вот листва одна. Ну так каждый по чуть-чуть насобирал грибов. В основном сегодня лидируют одни подосиновики. Ну, а так вот такой. И что-то тут ни хрена нету. Ладно, будем дальше ходить, смотреть. Но я, наверное, буду возвращаться, буду менять локацию немножко другую. Потому что ну, тут вообще... Вообще ничего. Какая-то вот старая дорога. Но видно то, что колея. Раньше было накатано. Вот, а так больше ничего. Там видно даже уже вон деревья выросли. А не, ну колея немного в бок уходит. Вот так вот. Что-то тут раньше было, что-то возили. Зато, если грибов не всегда много, в лесу всегда весело. Ты чё орёшь? Иди сюда! Иди сюда! Вот такое вот веселье. Можно поорать в лесу. Грибы! Давайте! Алина там что-то орёт, идём! Гриб. А, вот кто-то уже ходил здесь. Ну, ножка непонятна, скорее всего, от хомяка. Но шляпы нет, видимо, шляпу забрали. Степан! Жулень!
Чё-то Алина неубедительно орёт. Мы тут! Мы идём от вас! О! Хреновый. Это тоже старый. А да. Старые грибы здесь вон еще. Вон, смотри, сейчас будет у тебя приколюха. Оп! Старая вот приколюха. Чего? А чё надо? Старая приколюха, чё надо? Нет грибы. А, 1000 рублей, 300 грамм. В багажнике есть. Здесь насвай, гашиш, грибами. Я это вырежу. Какую вторую? Еще какую точку скинули? А далеко отсюда? Коробятова? Вон сгонять может туда? Вон там вроде полянка какая-то. Посмотрите вокруг. Вот эти вот понятно. Вот эти вот непонятно. Тоже старые. Маховики, что ли, какие-то. Вот. Так, ну вот здесь полянка будет поинтересней. Тут хотя бы грибы начались. А? Сейчас я вот полянку посмотреть вот эту вот. Тут вроде грибы какие-то начались. Вот занят, давайте. Вы окружены, Алёна такая. Ух, какие сыроежки, что ли? Да. Полна корзиночка. Ничего. Ну там листочки всякие, иголочки. А? Куда? Ну там дорога есть. У тебя что? О, шейкер нашла, да? Надеюсь. А у тебя что? А у тебя? О, фантики, нож, палочка.
Блин, у меня вообще у одного ничего нету. Ну давай скинь мне, подкинь пару листочков, а ты там палочку. Ладно, сейчас переезжаем на другое место, посмотрим там и все. Мы домой едем. А, домой едем? Ага. Ну все тогда, ладно. Я просто думал на другое место. Мы сейчас мох поедем делать. Хорошо. Туда, туда. Туда, туда. Наступать смелее. Туда. Значит, сейчас покажем, что мы там набрали вообще. В общем. Меньше разговоров давай, а? Ты так вообще глупо разговариваешь, вообще кошмар. Я это вырежу. Садись! Ну, значит, у нас вот такая корзиночка грибов набрали. Вот такая корзиночка пустая без грибов. Пустое ведерко с палочкой. Значит, лисичек немного. Вот тут грибочки, и вот тут грибочки. А, и вот тут грибочки. Значит, ну, в принципе. Ни хера грибов нет. Да, сухо. В принципе, нет. Очень сухо. У меня, получается, выдались нормальные подосиновички. У меня ни хера шивочки. Вот, очень вкусный сок. Вот. Это не реклама. Ага. Это не реклама, да. Вот, так что грибной сезон все еще продолжается. Ждем дождей. После дождей, возможно, поедем тоже. Мы поедем, а ты под вопрос. Я под вопрос. Ну все, всем пока-пока. Всем леща. Всем удачных находок. Всем леща. А у нас напоследок вот такой огроменный шершень залетел. Охренеть. Что-то толку крутится. Он в два раза больше тосы. Шершень, ты что здесь делаешь?